придумал вот такую систему. И, честно говоря, уже 9 лет я работаю. И хорошая отдача. Это вот сейчас уже второй раз я отбираю вот это вот полностью. Вот такое вот запечатанное. В тот раз даже эти тоже все полные были. И работать удобно, и зимуют хорошо. Нурмагомед и Магомед Гусейн занимаются пчеловодством почти всю свою жизнь. В свое дело они вкладывают душу, иначе здесь никак. Пчелы требуют особого внимания. Бережный уход и своевременное лечение способствуют росту пчелиного роя и урожая. Здесь получается у меня две гнездовые, семь гнездовые, где матка яйца откладывает. А вот эти две оба магазинные, где мед собирают. Мед собираем, его снимаем, откачиваем. Это очень удобная система. Сегодня для пчеловодов большой день. На их пасеку близ села Какашура приехал всемирно известный советский ученый Владимир Кашковский. Уже несколько дней он ездит по Дагестану, общается с местными пчеловодами и делится своим опытом ведения пасечного хозяйства. Мы раньше с пчеловодом Дагестана связывались по радио, вопросов много задавали. Вот, и потом появилась необходимость нам встретиться. Ну, вот уже... Я в Дагестане второй раз влюбился в эту страну. Я ее до этого знал только по литературе, а никогда здесь не был. Хочу сказать то, что потенциал в этой стране большой. Не все использовано для производства меда, воска, перги и остальных продуктов пчеловодства. Приезд ученого в республику организовал Союз пчеловодов Дагестана во главе с Надиром Ахмедовым. На сегодняшний день главной проблемой для кавказских пасечников является падеж пчел. Совместными усилиями они пытаются выяснить причины такой тенденции. Мы пригласили Владимира Георгиевича Кашковского как ученого. Вот можно сказать, один из последних ученых пчеловодов, практиков. И проблемы в пчеловодстве Дагестана очень много. Все книги, которые существуют, они не подходят для нашего пчеловодения в Дагестане и в Северном Кавказе. Поэтому вот пчеловодов очень много вопросов, когда сталкивается с какими-то проблемами, с болезнями пчел. Нет источника, откуда взять информацию. Поэтому вот проблема в информационном плане, он нам помогает в решении наших проблем. Вместе с Союзом пчеловодов пасечники планируют написать книгу по пчеловождению на Северном Кавказе. Такая работа крайне необходима из-за уникальных природных условий региона. Все продвижение происходит только от чего? От того, что талант народа в дагестанском пчеловодству производить мед намного труднее. Вот сколько я тут поездил по горам вместе с ними. Я в ужасе, потому что на таких дорогах, а вот такую машину с пчелами провести, это довольно... Они каждый раз рискуют жизнью. В ближайшее время ученый посетит еще несколько пасек в горных и предгорных районах республики, где пчеловоды смогут лично задать вопрос Владимиру Кашковскому. Хотелось поблагодарить, конечно, Владимира Георгиевича, несмотря на свой возраст, несмотря на занятость, ну, нашел время для нас, для дагестанских пчеловодов приехать. Карим Даниев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.